Более 30 лет в Судаке издается газета «Сувдахсесе». История газеты началась в 1992 году. У истоков издания стоял писатель Рустем Али. Именно с его личной инициативы газета начала свою работу. Рустем ага исполком гама мне мурим баш вуруп, штек мили газета амызна. Ачмага ниетленді, ве Сувдахсесе дуняга келді штек. 92 сенесі октябрь айында Сувдахсесе нешырылына башланды. Изначально Сувдахсесе издавалось как приложение к газете «Судакский вестник». Рустем Али посвятил газете «Сувдахсесе» 22 года. В 2015 году он пригласил на должность главного редактора Урие Орталан. Ей удалось разнообразить содержание крымско-татарского издания и сделать его интересным для широкого круга людей. Несмотря на название «Сувдахсесе» – «Голос Судака», в газете освещаются темы, актуальные для всего Крыма. Рустем ага олганда чоқысы обуле мили арекетке чоқ хырышеды, дэсли башлы, сияси мақалелер язаеды. Мен шымдылык мына тарихымыз, топонимика, гидронимлер, тілімыз, эдебият сасында яңылықлар олса, яда судақтаки мына эрбапларымыз, яда белле инсанларымыз ақында, истидатлы талебелеріміз ақында, бірді-бір мераклы тедбірлер олса. Сегодня крымско-татарская газета «Сувдахсесе» оказалась на грани закрытия из-за небольшого количества подписчиков. Журналисты издания обращаются за помощью ко всем читателям. Мен 2015 сенесі келгенде тиражы 100 нусха еді. Сон яваш-яваш 800-ге көтерме қызмет олды. Мына 2018-19 сенелері 800-ге көтерілді. Соң не үшіндір кене азды, мұнышынды 100-ге яқын, 100 деп шығарамыз тиражы. Сержілерімізге мұрадат етмек істередім, айнықса чоқсы судақлыларға, чүнке судақлылар бұ нешір үшін месул, ответственный, яне, деп мен белейім, бойле саям, чүнке янларында, өз шеерлерінде, өз бөлгелерінде бойле бір нешір шығады, үш олмағанда қорындағы бір нұсқа елда 200 күміш айырмақ мүмкін язылмақ. Әпір бірде бір қорантаны теген бір меселе анда айдынлатыла. Язылыңыз, оқыңыз.